Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет очередная акция. Будем ловить чары. У меня два героя четверочками стоят. Мне надо два приспешника для архидемона на пятерке поменять. Так, что у нас сегодня есть? За 5 дают карту смены, за 20 две руны эволюции. Карточку вторую за 50, за 103 эмблемы, в принципе, неплохо. Также 10к самоцветов, но основные награды, наверное, не очень. Сундуки, сундуки чар, еще хуже. Ну и камни, которые уже, по сути, не нужны. Самое основное мне поменять две чарки. Ну окей, поехали. 200 раз это минус 60к. Сейчас попробуем. Так. Так, будем ролить на стрелке, как обычно. Так, снаряга. Вот у меня на стрелке. Надо поменять. Так, давайте коробочки. Вот четверки падают. Пятерки, к сожалению, падают, но не те. Так, опять четверка. Там разница, по-моему, в 50 тысяч силы идет. Да, коробочки, конечно. Не для моего аккаунта уже. Так, хранитель леса бесполезный и очищающий удар. Ну, поехали по 350. Так, смертный приговор. Немножко не то. Тамплиер, пиромах. Доспех четвертый. У меня раньше на стрелке был доспех пятый, но я его убрал. Потому что стрелка беру на архидемона. Так. Ну, опять четвертый пиромах. Ну, что такое? Чё не пятый? Чары, конечно, рулить, это жесть. Так, хранитель леса, не то. Всё не то. Тут плохо, даже пятерки падают. Хотя, по сути, должно быть так же, как и таланты. Так, ну давай. Тут хоть хорошо радует, но опять четверка доспех. Хоть не как в талантах, через каждый раз надо ждать. Так, ну. Не хочет передача энергии. Передача энергии. Сейчас подумать, кому можно поставить. Так, тут выпад стоит. Доспех. В принципе, у меня, по-моему, даже некому ставить. Так. Доспех. Пум-пум-пум. На кого ж передачу? Так, на стрелке у нас четверка стоит. Так, всадник пусть будет. Вольт. Поменять на вольте. В принципе, мы сейчас его не используем. Можно поменять временно. Так, поехали дальше. Где там наш стрелок?
Быстро самики тут уходят. Ну, да, с пятерками, конечно, туговато. Можно даже вот так вот ускоряться, и это все равно ничего не поможет. Четверка, победный выпад. Ну, выпадов тоже, кстати, хватает уже. Интересно, когда они уже начнут чары продавать нам. Готовые 5-5. Странно, что они еще до этого не додумались. Так, четверка. Ну, по-моему, мы уже даже больше переролили. Ладно, давайте еще паролим. До пятерки. Вдруг что-то упадет. Даже пятерка не падает. Да. Вот так вот, ослепляющий удар. Так, окей. Поехали, заберем призы. Еще зайдем. Так, 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 так. Чарующие изменения. Так, забрать. Забрать. Было бы неплохо, чтобы упало две коробки на талантике. Так, блин, мы забрали самики. Говняные сундуки еще нам упали. Так, получить все. Коробочки. Идем сейчас добьем. Еще одну акцию. Так. До 11. Так, и коробочка. Так, интересно, что дальше у нас. Ну, опять льдышка надо будет тоже, в принципе, забрать. Так, получить, окей. Сколько у меня там не хватает? Вот как раз можно будет 33-й докачать, хотя на китайке уже давным-давно прокачана она. Так, что у нас? Одна коробка. Побежали, еще коробочку откроем. Вдруг там что-то интересное упадет. Так, смена. Раз, два, три, четыре, пять. Ничего не падает. И сейчас какая-то хрень упадет. Разбросик. Да. Все как обычно. Так, 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 так. Скоро атака фортов. Идем еще попробуем чары.
с коробок достать. Бум. Четверка опять. Да что такое? Опять четверка. Тролли, блин. И тут четверка. Вот так вот. Ну, ничего не поделаешь. Вот такие у нас были сегодня чары, как обычно. Ничего интересного, ничего нового. Шанс на них очень плохой. Поэтому, если у вас есть самоцветы, лучше приберегите их на что-то другое, а тут лучше с коробочек даже те же четверки пооткрывать. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Всем пока.